или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Сейчас существует мнение, что в скором времени специальную военную операцию переименуют в контртеррористическую операцию. Кто-то говорит, что это будет даже отечественная война, но я считаю, что и этого недостаточно. Правильно это назвать священная война! Священная война! Существует такое древнерусское междометие, гойда, означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда! In conclusion, the Fooey remarks that for the rest of the world, he has nothing but peace in his heart.